Хей, гай, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием «Восприятие». Так, я не помню, на чем я остановился. Но я помню, что мы точно сохранились. Мы убегали от кукол, там где заряды какие-то. А, точно, там у нас игрушки, здесь мы сюда забежали, и у нас сохранилось. Ага. Я думаю, может мне специально эту хрень призвать сюда? До свидания, до свидания. Он дверь открыл. Вот, он тут где-то. Я специально это делаю, чтобы у меня было понятное количество тычков. Все, он ушел. Так быстро. Ладно. Так, ну там машина, которая стреляет по мне. Три выстрела. Вау. Стой, эта хрень внизу ходит? Ладно, пускай еще раз перезарядится. Раз, два, три, четыре. Выходи, выходи, где бы ты ни пряталась? Нет. Спасибо. Я дам тебе кусочек, если ты просто уйдешь. Скверная идея. Идея, да, скверная. О. Так, тут провода есть. Манать, куда-то иду, хер знает куда. Главное, что иду правильно. И для чего? Но мне нужно, как я понимаю, к дереву прийти. Это... Походу, да. За скриптом у нас, знаете, типа момент, где должна быть кукла.
Так, и... Что мне нужно было сделать? Подождите. Эй! Что? Почему туда? Я ведь дверь уже сделал. Ладно, давайте подождем, пока это проедет. Я пройду. Главное, она едет, когда я нахожусь на том этаже. Ну, типа... Я не понял, откуда та хрень взялась, но ладно. Ой, бля. Суть, так мы это тоже уже проходили момент, нет? Awesome. Великолепно. Наверное, что-то стрёмное здесь было, но я этого не увидел. Поэтому по факту мне должно быть посрать. 28 октября 1892 год. Наконец-то я все раскопаны и разобраны. Я не мог желать ничего лучше, чем этот особняк. Благодаря форме залива дом стоит в полнейшее, так ободущий морской воздух, оздоровляет легкие. Наконец-то мне никто не помешает посвятить себя делу своей жизни. Начиная работу над первым прототипом средства автономного передвижения, Хенри Освин Бош. Какого черта? Ну, типа, я там был. Что-то я не врублюсь. Сори, ребят, как-то сложно для меня. Ну, типа, я зашел. Ну. А, тут какие-то ключи есть. Ё-моё. Теперь все понятно, почему. Окей. Я понял теперь все. Так, мне сюда. Хорошо. Да пососи. Пожалуйста, ради вашей же безопасности, верните обратно. Угрожайте полицейской. Плохая идея. Мистер Бош.
кукла эта чертова. Изучите окружающую обстановку, чтобы найти следующую цель. Так, вот, ага. Так, глаза. Довольно, я не знаю, коллективно, там 4 всадника. Глаза, друг, дайте мне знать, если вам еще что понадобится. Так, 4. Танцующая пара. На самом деле романтично, но очень экстравагантно. Видимо, они танцуют танго. До скорого. 42. Да опять. Это рука с растопыренными пальцами. 42, 5. Ах, юный возлюбленный. Пара на свидание. Ну, за ними просматривает тот случай, тот пока третий. Короче. Ой, что-то есть. Это получается у нас 4, 2, 5, 3. Так, 4, 2, 5, 3. Мне на самом деле игра уже надоела. Типа страшно, да. Но из-за того, что постоянно темно. Как-то она, знаете, постепенно один и тот же геймплей. Радиус ее уже, блядь, почти вообще ничего не видит. Это типа их и его станки. Сюрприз! Ага. October 15, почему ты не говоришь? Заткнись! Анна, да, это она. 15 октября 1892 год. После электрошокеров терапии, я знаю, что должен действовать. Я должен забрать их. 16 октября 1892. Я смел только в смысле... Так, в мыслях, но не на деле. Боже, даруй мне смелость. Сделай то, что я должен сделать. Так, кровать, под которой можно спрятаться. Что у нас здесь? Выглядит как старые чертежи. Хм. Да, там написано «Государственная психиатрическая лечебница Данжа». Здесь все исторически, да, время поменяло на отдельных. Кажется, что ж, думаешь, кто-то планирует побег из гнезда кукушки. Не смешно, да? Серьезно. Я мог... О, нифига. Sorry. Прости. А, все, хорошо. Я просто проверил этот. Я не знаю. Все. Не нужно. Слушай, я сажусь на самолет и лечу тебя. Береги себя или уйти. Мы можем... Я не могу. Не можешь или не хочешь? Нет, я именно в виду... В физическом виду. Дом мне не позволяет. Меня это тревожит. Я буду так, как успею. Ему не нужна... Ты оттолкнула его. Простите?
Она сейчас даже не знает. Давайте повернусь осторожно. А нет. Ну, по идее, в этот момент мне должны были схватить или напугать как-то скринжово. Что? 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 Я не видел. А. Голова куклы. Мех, но... А, я теперь такие двери могу открывать? Серьезно? Теперь я сам как кукла лазю под каким-то туннелем. Ой, не нравятся мне все эти туннели. Какой-то он слишком высокий, не думайте. Ну ладно. Что? Что ты тут фоткаешь? Соедини с пользователем из сообщества. И снова здравствуйте. Посмотрим, как раз появилось изображение. О боже, о... Да уж, обучающее видео к приложению. Меня к такому не готовили. А, ну, как сказать, мне нужно... Мне вызвать полицию? Или даже скорую помощь? А, дай мне знать немедленно, я помогу тебе. Тем временем это... Что-то блокирует слив и... Наклонись и освободи слив, и ты сможешь выбраться тогда. Убирайся. Простите, я пытался предупредить вас. Постарайтесь не двигаться. Убери эту дрянь от меня. Я остановлю кровь, если вы... Нет, 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 нет. Я понял. Ну, не ожидаю. Ну, типа, трупик может быть полицейского здесь. Вот кто, значит, меня преследовал. Полицейского. Знаете, сейчас будет, может, за скриптом на вещь, когда он будет за мной побежит. Либо будет здесь лазить где-то. Ну, типа, я сейчас просто проснулся очень... Знаете, такое чувство. И если что-то будет выскочит, ну, типа, не так уж сильно меня напугает. Днем и ночью я усердно работаю, потому что мои девочки гораздо лучше, чем сон. А, это было. Блин, то, что мне приходится... Это куда ломилась кукла, да? Да ладно.
Я мог просто так сделать. А, ну да, тогда правильно все шел. Дверь закрыта. Только эта дверь остается. Игра сохранена. Морской воздух творит чудеса, папа. Обещаю. Скоро мы сможем спеть тебе песенку. Как раз, как тебе нравится. Или ты всегда хочешь возиться, пока они запоют? Он просто пытался сделать что-нибудь хорошее для своей дочери. Так он для дочери это делал. Короче, пока что мне предлагают чисто все изучать. Так, тут заперто. Почему я бегать не могу? Ладно, если что, сюда. Что ты мне принес? Яблоко? Ты же знаешь, что мы их не едим. Они ядовитые. Не едим. Что? Она надкушена. Кто его ел? Что? Что ты сделала? Глупенький без палки. Нет, только не мои ангелы. Типа девочка инвалидом, да, была? Я смотрю, вот протез для ног. Почему ангелы? Посмотрите, вообще теперь нихера не... А, на выход? Да, походу у нее ноги были больные, или у него. Вот протезы для ног, типа... Ну да. Так, бегать могу теперь. Знаете, типа, сюжет спрятанный в... Посредственно в... окружение, если так можно это назвать. Что-то летает. А это типа мотыльки. 21 января 1893 год. Когда я вытащил из того жуткого места, я думал, что спасаю их. Я думаю, ничего не может быть уже, чем пытаться... Так, пытки и обращения как со скотиной. Теперь, оглядываясь назад, я гадаю, не навлек ли я на них худшую участь. Мои ангелы. Теперь они на самом деле ангелы. Было бы им лучше... Если бы оставил их в лечебнице. Неважно, что случилось со мной. Но пока я жду, когда эти чудовища придут, я размышляю над своей ролью. Как дверь открывается для меня в загробной жизни. Это на самом деле... Вот стремота, то что она по сути стрелять не может, но она вращается около тебя. А почему я могу через тебя? Может, я все хочу сюда? Мне так жаль. Что они сделали с тобой? Я судила о тебе
Эти яблоки из моих снов. Я пытался все исправить. И только сделал хуже. Они идут. Я не думаю, что буду драться с ними, когда они сюда придут. Я не хочу поворачиваться. Они, скорее всего, тоже сейчас меня, да, начнут атаковать. Но мы с вами посмотрели то, что не такой уж плохой. Мой муж праведный человек. Но я боюсь, что его любовь к Божьей приведет к гибели неверных людей. То есть это было обязательно, да? Вещь. Я видел, как его окружала толпа ребятишек. Они вращали, когда они заставляли маленькую деревянную куколку подпрыгивать. Она дергалась за ниточки так быстро, что глазами. Она словно вдохнула жизнь в эту игрушку. Понятно, типа скрытное воспоминание? Они опять говорят про Сюзани. Говорит об огне. Затем он говорит о том, какая хорошая у нее земля. Дыши глубже, Кэсси. Ты здесь не просто так. О боже! Ну и запах! И дерево совсем прогнило! Глава четвертая. Топор. Выброси, нужно в этом разобраться. Мы сканируем. Девятнадцатое июля 1692. Томас Дарему. Настоящее вам разрешение тот час охватать Сьюзен Мортарн для расследования по подозрению во всяческом колдовстве. Тут стремится восстановить справедливость в отношении деяний, совершенных ею на телах Мэри Тельсон и Мерси Льюстон. Из деревни Салем, в которой были предназначены великие пред и сильная боль, если вы предусмотрите ее земли и имущество. Будет передан во владение вашей семьи. Верховный. Кровь Дарима. Кровь Дарима? Где-то вот в этом доме? Короче, слушайте, давайте, я думаю, мы с вами на вот этом вот моменте закончим. И, так сказать, перейдем сразу к четвертой главе. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.